Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у меня на обзоре удивительная вещь и, можно сказать, редкая. Она посвящена всем тем, кто любит коньяк и что сопровождает вот эту всю культуру питья коньяка. Итак, что мы видим? Мы видим оригинальную коробочку. Коробочка образца конец 60-х, 70-х годов, начало 70-х. И что в ней сейчас мы увидим. Итак, та-дам! А что здесь? А здесь у нас замечательная такая система, которую пользуются любители коньяка и делают горячий коньяк. Это называется на испанском коньяк кемадо. Но он распространен во всем мире. Итак, посмотрите, прекрасный бокал. Какой? Видите? Это не просто бокал. Сейчас мы посмотрим. Там даже есть что-то, по-моему. Да. Вот. Вот так вот правильно смотреть. Тут даже есть какая-то наклеечка. Вот. И само приспособление, на котором греют коньяк. Посмотрите, как сколько лет этой вещи и как она прекрасно сохранилась. Приобрел я это на блошином рынке. Приобрел совершенно недорого. Вот когда мне сказал парень цену, я сказал, что я это куплю однозначно. И давайте я вам покажу, как это в принципе выглядит. Итак, значит, ставится вот это приспособление для самого коньяка. Ой, надо присесть, потому что так неудобно будет снимать. Вот, как вы видите, вот это вот депозит как бы. И сюда наливается масло, да? И потом поджигается фитиль. Ну, фитиль, естественно, регулируется. И когда уже эта система готова, люди, мы одеваем с вами, что мы одеваем? А мы с вами ставим вот такую вот этот самый, вот на такой приспособ, на этот крючок. Видите, как мы поставили коньяк. И что получается? Здесь идет огонь, здесь налит коньяк, и вы немножко вот так вот крутите это все дело, и коньяк подогревается. Собственно говоря, вся система. Смотрится это очень-очень оригинально. И поэтому я решил вам показать и поделиться вот такой вот радостью. Для меня это очень хорошая покупка, потому что я люблю коньяк. И все, что связано, все вот предметы, сопутствующие для коньяка. Так что, вот, друзья, всем всего хорошего. Смотрите мои видео, подписывайтесь. До свидания.